Телеканал КРТ представляє. Друзі, от хочу обратити увагу, що от цей документ, це претензія від Нацради, от прочий документ підписала Ольга Герасим'юк та відповідальний секретар Юрій Зінкевич. От ця от конкретна бумага, претензія до телеканалу КРТ, що ми посміли, показати парад Победы на 9 мая з Білорусі. Это не шутка, это вот конкретный документ национальной вот этой рады по телерадиовещанию. Они же рехнулись там или что? Я извиняюсь причем, за такой чем, вопрос. Причем Беларусь это ж не краина-агрессор, вроде как. А при чем все... тут Беларусь? Наоборот, миротворец. И еще, самое интересное, на что пошел телеканал КРТ, они даже любую похожую на советскую символику, любое напоминание, все черным квадратом, по-моему, закрывали во время трансляции. То есть, мы понимали, что у нас упоротые законы, но это факт. И объективно нормальные здравые силы еще не смогли это поменять. И кошмар. Мы на этом эфире плашкой там закрывались вот эти моменты, которые у нас вот, условно преследуются по закону. Мы соблюли даже украинское законодательство во всех этих аспектах. И вот эти ребята прислали нам вот то, что мы негодяи, показали, понимаешь ли, парад 9 мая в Беларуси. И это претензия официальная, подписанная, опять же, Герасим'юк и Зінкевич. То есть, смотрите, они никак не могут на народ воздействовать, кроме как запреты, штрафы, аннулирование лицензии, запугивание, аресты, убийства. Как Бузину и Шеремета. Они по-другому не могут воздействовать на народ. Народ, понимаете, уже дожали до пружины, и вот они думают, сколько же этот народ еще, вот он сколько еще промолчит, проваляется там в мусорке где-то, а вдруг народ встанет. Они не думают об этом. Это я просто хочу, чтобы каждый и зритель, и вот каждый из нас примерно вот понимал вот конкретный юридический документооборот вот так называемой Национальной Рады. Государственного органа государственного органа, который вот сейчас вот решил, что нужно забрать лицензию телеканала, у которого она была 17 лет. Я вот обязательно дам слово, я просто хочу закончить с вот этим, с фактажом, жесть. Потому что это ну, действительно жесть. Очень интересно. Вот этот документ, это претензия телеканалу за то, что в эфире программы обсуждали парад в Москве, когда он проходил. И это не шутка, это действительно официальные документы, вот конкретно даже указали, за какие слова. Вот. І от зараз ми бачимо той оркестр, який йде, і так дуже урочисто. Бачимо прапори українського фронту. Дуже, насправді, аж щемить серці, мені в серці. Не знаю, як у вас, то дуже урочиста мить. Тобто, це, виходить, ведуча, з учетом того, що вона побачила на кусочки відео український фронт. Там і, стандарти були. Чотири українських фронта. І от це, виходить, виставляють в претензію нашому телеканалу. І це являється основанням для очередної внепланової перевірки. Ви впевнені, що це письмо не з дурдома прийшло? От просто реально, ви перевірили це? Я чесно перечитував названня кілька разів. Я бачила Ольгу Герасим'юк. Неужели вона може навіть Ольга Герасим'юк це підписати? Вона може. Ребят, я предлагаю ситуацію довести до абсурду. І так як ми, кожен з нас, родився в Совєтському Союзі, вообще прекратить любую общественную деятельность, потому что мы родом из Советского Союза. И вообще, то есть не приходить ни на какие телеэфиры и так далее. Вот нет, так заклеймить позором Герасим'юк. Она по возрасту родилась где? При царе-батюшке или в Советском Союзе? Дело в том, Советском что Союзе, правильно? Я думаю, что с ее пещерным архаичным мышлением, просто. Даже она еще и раньше царе-батюшки родилась. Обжаловали через суд. Дело в том, что, опять же, процедура очень... В смысле, очень... она родилась в Германии? Не-не, я говорю, что она родилась с учетом ее мышления, вот этого пещерного, мышление. Достаточно, ага. Как бы еще и раньше царя-батюшка. То есть вы проверили ну, письмо не мне. Из дурдома, точно? Да, я вот перечитал несколько раз, мы проверили так вот это для конверт, для и здесь получается тоже и подписи, и так далее. Не продлят. Я как адвокат задаю вопрос, решение, обжаловали. Конечно, наши юристы включились в процесс и так далее, но опять же, метод, которым они лишают лицензии, он как раз и предполагает, что судебный процесс, он будет настолько длинным, что лицензию просто заберут с 23 числа.